Сегодня у нас 13 октября, и я сделаю свеженький обзор цен на хамон. Итак, начнем с хамончика Нико. Это у нас, кто не знает, хамон Серано, выдержка более 12 месяцев, 52 евро за ножку этот хамончик. Также есть хамон Нико, но только 50% Иберику, выдержка более 2 лет. Сейчас его цена 129 евро за ножку. Давайте теперь еще к недорогим хамончикам перейдем. Есть у нас хамон Нико. Это хамон Гран Резерва от 15 месяцев выдержка. Его стоимость сейчас 69 евро за ножку. Также, что приятно нас может обрадовать, это то, что опять появился хамон 22 месяца выдержки. Это у нас Гран Резерва Лос Беронес, 79 евро за ножку. Этот хамон у нас многие брали, хамон очень вкусный, и цена на него 79 евро. Также вот есть ножка хамончика Гран Резерва, только 15 месяцев выдержка, и цена его 69 евро. Есть хамончик Эль Посо, большой выбор, хамон очень популярный, выдержка от 12 месяцев, и стоимость за ножку 69 евро. Из недорогих еще есть хамон Серано Гран Резерва Лос Беронес, 15 месяцев выдержка, тоже очень хороший хамончик, стоимость его 69 евро за ножку. Есть несколько ножек 100% хамона Иберику с белой сертификацией за 129 евро. Это цена за ножку, цена это будет до 20 числа. Пока что выбор есть. Хамон Навидул немножко подорожал. Сейчас его цена 71 евро. Это хамончик от 8 килограмм. Нет, до 8 килограмм вес. И 12 месяцев выдержка. Опять же, от 12 месяцев. Хамон Легадо 50% тоже подорожал. Сейчас его стоимость 149 евро за ножку. Это 50% хамон Иберико. Выдержка от 2 лет. Очень популярная торговая марка. Также есть хамончик Бодега Эль Посо. Более 7 килограмм вес. 59 евро за ножку. Его немного, всего лишь 4 ножки. Но выбор хамона, конечно, есть. Ну, это хамоны 50% Иберико. Если кому-то что-то интересно, спрашивайте именно по марочке, я вам объясню. Вот такие вот у нас цены. Также не забываем, что есть наборчики, хамон в нарезочке есть. Тоже он разный, как передние ножки, так и задние, как с колбасками разными. В общем, наборов очень много.